какой области они работают хотя бы? Музыканты. В Казахстане? Да, они со мной гастролируют. Мой близкий друг Расул. Вот он у меня на бэк-вокале поет. Одна еще подруга, Зарина, она тоже на бэк-вокале поет. Джордан, она вообще жена моего брата и лучшего друга. Ерлана Бекчурина. А Ерлан Бекчурин, он аранжировщик и саунд-менеджер, саунд-продюсер на всех моих концертах. За суфлером моя родная сестренка Раушан сидит вообще. Все в семью. Да. И за сценой, конечно, бегает папа с мамой, там, переживает за что-то. Хотя у нас есть там и концертные организаторы, и режиссеры все. И братишка родной Мансур играет на домбре со мной. И другой братишка Алихан тоже со мной на домбре играет. Тебе так комфортно, да, вот когда рядом с тобой твои близкие? Получается, вся твоя команда — это в основном твои близкие друзья и родственники? Да. Почему? Ну, потому что ты им доверяешь? Да. Ну, я вообще без доверия к людям не могу жить. А еще Димаш умеет быть благодарным. Все, что видим и слышим мы с вами, простые обыватели, это результат гигантского командного труда. Обычно артисты редко акцентируют внимание на своей группе, но только не Димаш. Джордан, Расул, Зарина, аплодисменты! И тогда в Сочи он меня представил, представляете? Это была такая неожиданность просто. Он представил меня и сказал, что вот Зарина сегодня дебют со мной на сцене. Давайте ей похлопаем, давайте ее поддержим. Она молодец и так далее. Зарина, вот, это ее первый концерт. Это ведь, такое ведь никто не делает из артистов. Особенно вот бывают моменты, когда в конец, самый финал концерта, он вызывает нас к себе. В этот момент у нас у всех характер одинаковый как будто становится, потому что такое чувство вот этой эйфории, это вообще не описать словами. И мы прям все на 100% там пытаемся отжигать на сцене, потому что он как бы, доверяя, вытаскивает нас к центру. Ну, классный момент. Я всегда, мне очень приятно, на самом деле не забуду никогда, когда первый раз Димаш на концерте в Сочи, неожиданно для меня и для Хизри, он в конце программы объявил нас, поблагодарил за дружбу, за работу, за профессионализм, за человечность. Моего друга Максима, Крэзи Макс. Я просто, конечно, стою с камерой, я даже это не записал, потом кого-то попросил, там, с фанатом, ну, общаемся с ним. Скиньте, говорю, хоть на памяти, чтобы у меня было такое, ну, приятно было. Действительно, очень удивительно. Каждого концерта говорит там спасибо моему брату, другу, аранжировщику, Ирине Чурине. Там эмоции, конечно, переполняют. Для моих родителей очень такая честь, я думаю, что про сына говорят. Но за это хочу Димашу отдельно спасибо сказать. Ирлан, во-первых, это человек с огромным сердцем и с большой душой, потому что на таком уровне аранжировать может только хороший человек, и он нереально музыкальный. Я очень горжусь им. Я считаю огромным счастьем иметь такого брата, такого друга, как Ирлан, потому что многие артисты ищут своего, того самого аранжировщика. А вот видите, как мне повезло. Мы с ним можем болтать часами, мы с ним можем говорить о чем угодно. Он тот самый человек, один из немногих, которому я доверяю, по-настоящему доверяю. И я желаю ему и мне самому, чтобы наша дружба жила навеки. Днями и ночами. То есть не каждый артист об этих людях не говорят. Ну, я здесь плохое ничего не имею в виду. Но как бы так принято. То есть они только сделали все. А здесь Димаш каждый свое выступление старается отметить меня,
рассказать, как он это сделал со мной, как мы это сделали. Каждый из них — самостоятельная персона с богатым внутренним миром и большими амбициями. Они не рассчитывают на его помощь, но точно знают, что если понадобится, Димаш всегда протянет руку. I guess it really got me so happy.